программа «День с толком» в студии Елена Макаренко. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. С яйцами все хорошо, аграрии молодцы, мобилизация не нужна. Какие проблемы Сибири прокомментировал Владимир Путин во время прямой линии? Масштабная модернизация. В Зональном обновили районную библиотеку, которой 90 лет. Какие возможности теперь открыты для читателей? Накануне завершилось большое политическое событие – прямая линия с Владимиром Путиным. 19-я по счету и совмещенная с пресс-конференцией, она продлилась чуть больше 4 часов. За это время президент успел ответить на 67 вопросов. О ключевых темах и заявлениях смотрите в следующем материале. В этом году формат мероприятия повлиял на структуру общения с Путиным. Прямую линию с гражданами объединили с пресс-конференцией для журналистов. Последних в Кремле собралось примерно 500 со всех регионов России. За 4 часа президент ответил на 67 вопросов из более чем 2 миллионов поступивших. Ни один вопрос из Алтайского края не прозвучал, хотя они появлялись на экране. Промелькнуло два и оба о проблемах в медицине. Владимир Путин беседовал преимущественно о положении дел, характерном сразу для всех регионов страны. Тем не менее, прозвучали вопросы и из Сибири. В то же время, с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. То есть практически сидят те 7,5% добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание. Владимир Путин объяснил, что рост тарифов ЖКХ, в отличие от индексации пенсий, не производили уже 1,5 года. И для пенсионеров, в частности, отменят комиссию при оплате за ЖКХ, сказал президент. И добавил, доходы граждан должны опережать инфляцию. Для этого все есть. В первую очередь, крепкая экономика. На 24% увеличилась прибыль предприятий. 10% составил рост инвестиций в основной капитал. Даже пробили исторический уровень безработицы. Сейчас он 2,9%. Уменьшился и внешний долг государства на 30%. Реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так, но в среднем по стране это статистика точная. Также Владимир Путин затронул и важную для Алтайского края тему сельского хозяйства. Он похвалил аграриев за рекордный урожай зерна в 150 миллионов тонн и объяснил, что происходит с ценами на яйца. Спрос увеличился. А объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сожалею, приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Среди важных внутренних проблем прозвучал вопрос о нехватке самолетов и комплектующих для них. Путин отметил, что к 2030 году ситуация в отрасли должна улучшиться. Также, по его мнению, необходимо распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичный рынок и повысить выплаты по программе «Земский доктор». Рассказал президент и о ходе СВО, конкретно про мобилизацию. Второй волны, заверил он, не будет. Начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе, к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 400 тысяч с небольшим. Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. Ну, зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Касательно других вопросов внешней политики, Владимир Путин сказал, что Россия увеличит поставки медицинского оборудования и лекарств в сектор газа. Также заключен договор с председателем Китайской Народной Республики о работе по 8 направлениям. Данил Кузнецов, «День с толком». Более 230 малочисленных населенных пунктов края должны получить доступ к мобильной связи и скоростному интернету в ближайшие 7 лет. В этом году в числе счастливчиков 79 сел. О новых планах федеральной программы по устранению цифрового неравенства рассказал сегодня на пресс-конференции министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов. Тему продолжит Юлия Щепина.
Задача устранить неравенство для всех жителей края в доступе к информационным технологиям и к всемирной сети. Так, по федеральной программе устранения цифрового неравенства, она же УЦН 2.0, за 3 года ее действия к полноценной мобильной связи и скоростному интернету подключились 139 малых населенных пунктов Алтайского края. Были внесены изменения в закон о связи, и расширена была линейка населенных пунктов, которые входят в эту программу, теперь уже от 100 до 500 жителей, и не просто Wi-Fi столбы, а вполне нормальные, современные, оснащенные базовые станции, которые позволяют предоставлять услугу связи на территории всего населенного пункта, непосредственно делая доступ к сотовым услугам сотовых операторов и мобильного интернета 4G. Напомним, по программе УЦН 1.0 три года назад телекоммуникационная компания организовала коллективные беспроводные точки доступа к интернету в более 250 селах численностью от 250 до 500 жителей. Радиус действия сигнала в пределах 100 метрах. Тем самым создали цифровой каркас в виде волоконно-оптических линий связи. В последние годы в приоритете труднодоступные удаленные села, при работе с которыми были технические сложности. Мы поставили в этом году на 2 базовых станции больше, то есть населенных пунктов в этом году у нас 79, а базовых станций 81, потому что в Нижней Конячи и в Соловихе у нас пришлось ставить 2 базовых станции из-за рельефа местности, потому что одна базовая станция не могла охватить все домохозяйства нормальным качественным уровнем сигнала. Все было выполнено в срок и вообще в течение года. То есть вообще задача стоит до 31 декабря все выполнить, а в течение года мы всегда шли с опережением. В следующем году к интернету и мобильной связи подключат 28 населенных пунктов. Программа рассчитана до 2030 года. По плану подключить еще более 230 сел численностью от 100 до 500 человек. Добавим, проголосовать за тот или иной населенный пункт можно либо на сайте госуслуг, либо с помощью Почты России, письмом на адрес Минцифры России. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов, «День с толком». Шаг в сторону импортозамещения. Барнаульский завод резиновых технических изделий запустил линию для производства обрезиненных тканей и резиновых пластин. Теперь предприятие может предложить рынку качество, аналогичное импортному, загрузить продукции смежной компании и увеличить собственную производительность в несколько раз. Подробности в сюжете. Самый масштабный проект Барнаульского завода резиновых технических изделий за последние годы – каландровый цех. На предприятии открыли линию для изготовления обрезиненных тканей и резиновых пластин путем непрерывной вулканизации для большей прочности и жесткости продукта. Технологический процесс автоматизирован. Новое оборудование обслуживают 3 специалиста. Данная линия имеет очень тонкие настройки. Если раньше мы могли наносить резиновое покрытие калибром от 0,4-0,5 мм, то теперь мы можем наносить резиновое покрытие калибром от 0,025 мм. Так мы сможем производить резиновые смеси в количестве более чем 2 раза от того, сколько мы сейчас их производим. Прорезиненные ткани мы сможем увеличить производительность в 9 раз. И также благодаря этому оборудованию мы сможем увеличить производительность технической пластины, техпластины более чем в 15 раз. Оборудование появилось в рамках программы импортозамещения. Продукцию этой линии применяют при производстве грузовых контейнеров, деталей для транспорта, костюмов химзащиты, а также для выпуска продукции оборонного назначения. Запуск нового цеха позволит сократить импорт по резиновым смесям и прорезиненным тканям с 42 до 18%. Мы загрузим свою экономику раз тем, что мы будем сырье производить для смежных подразделений этого же даже предприятия. И о чем сказал Артем Юрьевич, эта продукция позволит загрузить другие подразделения. Значит, будут больше выпускать уже готовых изделий с высокой добавленной стоимостью. А высокая добавленная стоимость – это и выручка на предприятии, и плюс это доходы в бюджет. Проект удалось реализовать при поддержке Федерального фонда развития промышленности. Общая сумма инвестиций составила 160 миллионов рублей. 121 миллион из них – льготный займ фонда по программе «Производительность труда и занятость населения». Эксперты подчеркнули, что сегодня все крупные проекты в крае реализуются с поддержкой государства. Производство дисков на мехпрессах. Это половина проекта, 657 миллионов, которые это 300 миллионов, это поддержка через наш краевой фонд развития Алтайского края.
ВТК «Текстиль», например, сегодня крупнейший проект, 15 миллиардов рублей. Половина, это как минимум, через фонд развития промышленности уже Российской Федерации. То есть все, «Сибирь Полиметалл» и так далее, которые все крупные проекты, которые мы вот называем, это все они с формой поддержки. Запуск оборудования позволит создать новые рабочие места и в самом цехе, и в смежных производствах, куда будет поступать произведенная в Каландровом цехе продукция. Вывести линию на полную мощность на заводе планируют к марту 2024 года. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. Тройной праздник в Зональном районе. Там обновили сразу три объекта. Дом культуры в селе Луговское, а также краеведческий музей и библиотеку в райцентре Зональное. На открытии последней побывала и наша съемочная группа. Она оценила модернизацию сельской библиотеки с 90-летней историей. С перерезания ленточки, как пуповины, зарождается новая жизнь библиотеки. Это уже второй современный культурный объект в Зональном районе, который получил статус модельного. А это значит, у 90-летней библиотеки начинается новый этап развития. И нас районная администрация поддержала, нам сделали вот такой хороший ремонт, большой ремонт, отремонтирован фасад здания, здание спасено от вод, от дождя, то есть водоотток сделан, стоки. Сделано, мы поменяли половое покрытие, натяжные потолки, выровняли стены, обои. То есть вот у нас вот такое хорошее здание стало другим. Огромная работа сделана самими библиотекарями. Совместно с дизайнерами и партнерами они подбирали и обивку для мебели, и расцветку обоев в залы, которых здесь несколько для разных возрастных групп. Комплексное обновление, которое теперь отвечает необходимым стандартам, завершили меньше, чем за год. И оно обеспечило победу в краевом конкурсе. На выигранные средства по программе развития культуры Алтайского края приобрели комплект интерактивного оборудования. И VR-очки, электронную парту с 4000 развивающих игр, интерактивный пол. А еще открыли маленькую студию для создания мультфильмов. Библиотека – это такое пространство, где услуги предоставляются преимущественно безвозмездно. И они доступны абсолютно всем. Ну и, конечно, те формы, ну, с одной стороны, развлечений, но познавательных развлечений, которые есть здесь для детей, они работают на то, чтобы ребенок, получая удовольствие от игры, получил одновременно с этим полезную информацию, ну и просто пришел в библиотеку, и, может быть, в том числе начал брать и книги на бумажном носителе. Поэтому это, безусловно, расширение кругозора, но это интересный познавательный досуг. Также библиотека получила 1000 книг. Пополнившийся фонд распределили по разным залам. Особая гордость – краеведческий отдел с полным собранием книг по разделу. Рядом публичный центр правовой информации. Теперь дистанционно доступен и фонд президентской библиотеки имени Бориса Ельцина. Она находится в Санкт-Петербурге. В онлайн-формате всегда можно воспользоваться и материалами Национальной электронной библиотеки, а также Литрес. Маленькая комната в далекой алтайской деревне, да, которую... Два клика мышкой, и мы находимся в Питере, да, в президентской библиотеке. Пожалуйста, уникальный фонд президентской библиотеки будет доступен для всех жителей нашего села. И не только. У нас районный центр, к нам приезжают гости с различных сел. И ребятишки туда приходят, а дома, возможно, извините меня, пожалуйста, но тут все свои, все родные. А если нет туалета, вот? Такого. Это ведь тоже культура, бытовая, но это культура. И где он ее возьмет, как не в доме культуры и не в школе? Вот понимаете, то есть мы растим других людей, адаптированных и понимающих, как правильно, как нужно, как должно быть. И это наша с вами задача. Поэтому дальше нужно делать то же самое. Эта библиотека стала второй столь современной в районе. Первый объект, попавший в программу по созданию модульных библиотек в глубинке, находится в селе Буланиха. Модернизация сельских очагов культуры, подчеркнули в профильном министерстве края, продолжится и дальше. На очереди поселок Северный в Первомайском районе, а также Бийск. Чем больше в регионе будет создано возможностей для возрождения массового чтения, говорят специалисты, тем более духовным будет общество. Елена Макаренко, Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком. Генеральная репетиция новогодней сказки «Серебряная копытца» прошла сегодня в Краевом театре драмы. Ее премьера состоится раньше, чем обычно, уже 19 декабря. И еще с августа начали готовить декорации к спектаклю, который покажут 22 раза. Насколько волшебной обещает быть зимняя история в следующем сюжете.
Увидеть спектакль «Серебряная копытца» в числе самых первых зрителей пожелали те, кто новогоднего чуда ждет уже сейчас. Артистам важны отзывы, чтобы в праздник сыграть филигранно. И вот первый из них от 7-летней Леры. Она уже посмотрела постановку вместе с сестрой и мамой и пообещала прийти еще раз. Кто там самый смешной был? Кошка. Кошка веселая была. Ну, расскажи, о чем она тебе понравилась? Там она всегда говорила: правильно говоришь, правильно говоришь. История сиротки-даренки с кошкой-муренкой и деда Какова не покоряет и маленьких, и больших. Сюжет знакомый по книге уральского писателя и по советскому мультфильму. Наслушавшись про серебряное копытце, девочка отправилась на поиски чуда в метель одна и чуть не заблудилась. За храбрость и доброе сердце ей одной оно и явилось. Эх, всю жизнь бы одному куковать, горевать, печалиться, а тут вдруг... И девчоночка появилась. Вот такая жизнь. Что? Бегал там за текстом, видите. Ты чем занимаешься? Да я охотник. Охотник. Летом пески промываю. А зимой, послушайте только, чем этот тунеядец занимается. А зимой по лесу за козленочком бегаю. Все увидеть хочу, где он правой ножкой-то топтет. Представляете, всю жизнь. Серебряная копытца – единственный персонаж, который никто из актеров на сцене не сыграл. Его озвучил голос, на сцене лишь каркасная фигура. Почему? Загадка. Все хотят какой-то более глубокой истории, скажем так. Не просто ты пришел, поразвлекался. Театр же это не, да, там, не знаю, не развлекательное кино, например. Да? Это все-таки мы здесь хотим, чтобы до души достучаться, да? До души ребенка, до души взрослого, который к нам приходит. И поэтому мы остановились именно на сказках Бажова. Деда! А? Та дорожка! Будто голубой змейкой извивается. Что ты, Доронушка? Кто вдвоем голубую змейку-то увидит, черную беду накличет. А если одному встретиться, прямое счастье приедется. Над костюмами и декорациями художница Анна Бубных работала с августа. Все оформлено узорами в русских народных мотивах и с отсылками к иллюстрациям из сборника «Малахитовая шкатулка». В спектакле прозвучат композиции современных фолк-исполнителей. Особенную атмосферу создают, конечно, танцы. Откуда берется чудо и как его найти, зрители театра драмы смогут узнать уже 19 декабря на премьере спектакля. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком. И на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.